Хейо, гайз, с вами Шумики, и мы продолжаем проходить игру под названием Секира. После смерти или две жизни, неважно. Короче, в прошлом мы убили с вами бомжика. Я вот думаю, одно из двух. Либо пойти в ту дверь, да, узнать, что же там за дверью, как я вам и говорил. Либо телепортнуться в предыдущую локацию тоже, как вариант. И я вот думаю, что сделать из этого. Я бы такое, чтобы, конечно, сбегать в другую локацию. Блин. Давайте тогда я хоть отдохну. Да. Навыков у нас все равно нету с вами. Ладно, отдыхаем. Погнали, посмотрим, что там. Так уж и быть. Все, парнишка в минусе сразу же. Так, лады. Класс. Ладненько, чекаем. Использовать ключи от потайного храма. Ух. О, хлопочек. Хлопец. Туру. Или куру, куру, куру. Father? Отец. Матушка. Бабочек нет. Никого нет. Господин. Техника Марокко. Снова мы встретились. Сын Филина. Госпожа бабочка. Оставьте нас. Кто это? Делайте то, что должно. Хорошо. И что должны? Да ладно, еще один босс сразу после того здоровяка, еще один босс. Найс. Найс, просто найс. А вам не подумали? Ну что, сын Филина? Потанцуем. Бля, а можно без танцев, пожалуйста? Жизнь и концентрация. Чем ниже запас жизни, тем медленнее восстанавливается концентрация, и тем краснее шкала концентрации. Боевые враги, у которых она восстанавливается слишком быстро, полезны снижение запаса жизни. Приемы типа контракта и уклонения. Бля. Госпожа бабочка. Почему? Блять, а почему так жестко? А почему так жестко? Воу-воу-воу-воу-воу! Я тебя понял, дамочка. Тихо. Бац, бац, бац. А почему так больно? Ай. Ну, пока что. Не понимаю. Бам, бам. Бац, бац, бац. Ну,
Я не понимаю просто... Когда мне ее атаковать? Ой, пропустил удар. Тихо. Очень сложно на самом деле. А почему я не заблокировал? Не, мне кажется, здесь лучше сдохнуть. То есть... Не, хотя не отмыла жизнь. Хер его знает, ладно. Как правильно было поступить. Но это херово, то что сразу снова же босс, алло. С босса на боссов, это уже не в первый раз такое. Убил того великана. Все, сосай, то есть заново налетать. Я считаю это немного глупым, конечно, но такое, 50-50, ладно. А. Не-не. Главное, ей нельзя отдавать атаковать. Концентрацию, как тебе глушить концентрацию? Прилетело все-таки. На. Так я заблокал, почему ты не заблочил? Ай. О, ай, тихо. Тихо. О! Ой, блядь! Бабуль! А ты жесткая. На! Ха-ха-ха. Отличающий мальчик. Мысли. Так это была не она? Все это время? Что это за херь? И что это за херь? Как это понимать?
Ёлки-палки. Не, я думаю, здесь лучше сдохнуть. Минут уже 40, ё-моё. Окей. Турикены погнали. Ну, сука, ну почему ты не можешь принять удар? Опа. Ну, блядь, ну защититься ты можешь или как? У нее концентрация 5 падает. А ты защититься не можешь, почему? Хорошо. 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 Ой, бля.
Блять, мне нужно, чтобы они сдохли. И она побежала в мою сторону. А теперь я бегу в эту. Тихо, тихо. Прыжок, ну блядь! Да ты можешь посмотреть на нее, ну блин, бесишь. И опять эти духи, ну нахера они мне? Все, идите на. Все, идите на. Пиздец. Я не понимаю, как ее убить. Слишком жесткая. Слишком жесткая. Пиздец. Пиздец. Короче, я так подумал, давайте, наверное, я отсюда пойду-ка. Нахер это мне нужно? Переместиться. Долина под мостом. Чёрт, жопа горит. Да не, это реально жестко, типа, жесткий враг. Я не могу, я понимаю, что его по сути легко убить. Ну блин, я не могу его убить. Мне не хватает урона. А как прокачивать стату? Никак! Ты не прокачаешь никак стату. Да чё, приятель? Ладно, пойдем дальше тогда. Туда дойдем, туда дойдем. Если я сюда хочу. Я понял. Я понял. Найс. Оказывается, там тоже босс. Там босс, тут босс. Если в Dark Souls было хотя бы сложно из-за всяких вещей. А, я еще урон получаю из-за падения. Он как настоящий шиноби урон не получает.
Я просто не пойму, с ней нужно драться или нет. О, пробежим. Да, я вас слушаю. Вы что, хотели? Походу нет. Походу перепутали номера. Окей. Она агрессивная. Она была агрессивно настроена. Чё ты? О! О, я жив. Я все еще жив. А как отсюда? А, есть тут подъем. Она агрессивно настроена. Ё-моё. Опа! А я спрятался. А можно ее убить или... Как это все работает? Я не знаю. Короче, нужно просто стелсом, да, пройти? Наёрзается. А так она агрессивная теперь ко мне? Кажись, да. Давайте, короче, я еще неплохо похожу за данного персика. Ну, против этой ящерки. И я снова сделаю подгорает, да? Найс. Если у нас там уже было подгорает, помните, против великана, то здесь уже пахнет жареным. Уже корочка покрывается, не знаю. Так нет, орили жестко, типа. Алло. Mm.
Бац. Блять, она типа меня увидела, то что сюда сбежал. Хорошо, что я успел пробежать. Отвернись, я пойду туда в будку. Мне кажется, вот это заскриптовано. Битва. Тихо. А, отхилюсь на всякий случай. Типа мы и убили ее или как? Ну, она смоталась. Значит, нормально. Мы победюкали. Мы победюкали. Ой. Да кто? Первый знает, окей. Походу, я куда-то опять залез, никуда надо, да? Залезу, если что. Его, да, перерезать, или лучше верхнего. Чтобы перерезать. Вы подслушать. Смотри, сигнальный дым от ворот замка. Это господин Гебу? Да, это точно демон Гёбу. Как он на страже Асина в безопасности. А, мне все равно, да, отдыхать нужно, придется сейчас. Ладно, найди Нидл. Но я не буду отдыхать. Просто найди Нидл, пускай будет. Деньгам шар, тяжелый кошелек здесь с деньгами. О, тут трупы.
Не очень круто. Опа. Чьи-то тени. А как видение? Она же вам удалось отразить и слишком сильно. Но армия именно держится слишком сильно. Так вот почему. Вы желаете использовать силу моей крови. Неважно, какую мощь вы обретете, вы будете продолжать сражаться, пока не превратитесь в чудовище, не знающего боли и страха. Я же желаю другим такой судьбы. Посмотри на этот город трупов. Асина нельзя защитить обычными средствами. Теперь уже нельзя. Мне иногда не стать таким же сильным, как вы, господин Гёсу. Я до сих пор не знаю, как же мне следует так поступить. С тех пор прошло много времени. Только же жди. А столько он это не будет. Окей. Так, давайте я еще с той стороны посмотрю, что есть. Слушать. Кокаги, бедный мой конь. Он услугал взрыва петарды. А теперь он мертв. Мертв. Так, давайте я лучше, знаете, как сделаю. Сначала этого, а после того. А вот теперь тебя будешь лежать вместе с конем. Горстка пепла. Открывается с другой стороны, хорошо. Дрожи. Так, там у нас что-то есть? Да покори. Покоригинова. Барика. Она. Чё у меня такое чувство, что сейчас еще какое-то дерьмо будет? Почему мне такое чувство? Меня зовут Гёбу Мастер. У него. Пока я жив, ты не пройдешь через ворота замка. Вау. Чел, я понял. Ё-моё. Опасно. Ой, тут за... А можно выйти отсюда, пожалуйста? Я не хочу с ним драться. Классно. У нас тут даже с вами три врага появились. Босики, да? У нас там, получается, это только был. А бабочка. У нас с вами теперь мужик еще на коне появился. Просто замечательно.
все лучше и лучше все становится. Согласитесь. Рекешка. Я не знаю тактики против него. Это вот одно фигня. Интересно, мне тут не сможет зацепить. Могу я просто его пробежать, да и все. Это что было? Ладно. А можно атаковать тебя, я буду? Приятель. А чё он? Как он атакует меня? Что за хрень? Что за хрень? Круто тень. Мне просто нечего сказать. И вот что мне теперь с ним делать? А? Я не знаю. Я не знаю, что с ним делать. Он жесткий. Давайте топор возьму. Попробую с помощью топора его грохнуть. Ну и чё-то кажется, это будет напрасно все. Я как обычно где-то застрял. Мне нужно, когда он агрессию получает, вот эту, типа. Копье. Жесткую атаку когда делает. Да что это за атака? Я эту вообще не помню. Не-не, я, конечно, воскрес, но лох.
Да, нужно быть безопасней. Подходи, когда он начнет крутиться. Тихо. Кушаем. Нужно просто за ним бежать, по сути. Тихо, 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 тихо. Прости меня. Генитора. Прости меня. Казнь шиноби. Воспоминания о Гёбу Онима. Память о битве с редким противником, оставшимся в середине волка, медитируя у идола. Речку и пережив битву заново, можно навсегда увеличить силу атаки. Гёбу Масата был хранителем ворот замка Асина. В принципе, с ним можно заново сразиться. Механический ствол. Механический ствол, который можно отдать речку, чтобы улучшить инструмент для протеза. Похоже, что он идеально вставлен внутрь протеза. Металлическое сердце наверняка сделает склык Синоби еще смертоносней. Я так подумал. Так, улучшение, это я знаю. О, плюс навык. Давайте что сделаем. Я, наверное, соединю эту серию, да, и прошлую вместе. В смысле, в каком? Это будет конец вот этой целения атаки. Так, улучшение выносливости. Изучить навык. Дает навык атака вихря. Это боевое искусство, позволяющее атаковать по врагов сразу несколько врагов. Ну, я не знаю. Давайте, можно вкачать, в принципе. Блин, или нет. Давайте лучше этот. Сколько не знаю. Ладно, прокачаю тебе. Нужно идти сюда. Чик-чик-чик. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. В следующей серии мы с вами усилим атаку. Все такое. Поэтому всем пока.